Сообщение в дежурную часть полиции поступило около 2 часов ночи. Неизвестный сообщил о том, что в центральном районе заминирован один из корпусов отеля «Звездный». На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, медики. Постояльцев из отеля эвакуировали, а само здание оцепили. Оно проверялось кинологами с собаками и взрывотехниками. В итоге никаких взрывных устройств полицейские не обнаружили. Подвал, а вот эти строящиеся крыло, вот это там вверху. Вверху все просмотрели, да, ничего нету, да? Давайте акт составляйте. Пока шел осмотр отеля, эвакуированные постояльцы находились на улице на безопасном расстоянии от здания. С ними работали сотрудники МЧС и медики. Полицейские выяснили, что звонок в полицию поступил с таксофона, расположенного рядом с холлом гостиницы. Словесный портрет телефонного террориста был направлен всем патрульным нарядам полиции, которые несли службу в центре города. Подозреваемого полицейские задержали в течение часа. Ничего внятного о причинах своего поступка он сказать не смог. С какой целью вы звонили и сообщали о том, что отель заминирован? Неправильно все. Ну, цель какая ваша была, что вы так позвонили и сказали? Документов мужчина при себе не имел. Сейчас его личность устанавливается. Молодой человек будет привлечен к уголовной ответственности по статье 207 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанному грозит штраф в крупном размере или лишение свободы до 3 лет. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.